Всем привет! Как вы уже знаете, мы переехали, и у меня вот тут такая вот казахская атмосферка. И целый год в Америке я просто мечтала о ноготках на ручках и на ножках, и о каких-то преображениях своей внешности. В общем, целую неделю я буду делать то, зачем я очень сильно соскучилась. А ну еще в этом ролике будет влог с моего дня рождения. А я начну с самого лайтового. Кстати, запомните меня такую. Натуральная красота. Маникюра нет, волосы свои натуральные, почти не крашеные. И даже не стриженные. Выживали как-то. Я сделала педикюр. О, очень красиво, я очень довольна. Мы приехали забирать свои вещи, которые привезли нам с Питера. Мы их не видели целый год. Ура. Вот это наши коробки. Капец. Ты скучал? Да, скучал. Нам подкинули мыло. Откуда у тебя мыло? Я не знаю, нам подкинули. Мне кажется, посыпалось и на мыло попало. Наверное. Грузчик на ладошке. Это наши вещи с Питера. Это еще не все. Вот это вот все. Даже вот это. Еще вот это. И вот это мы привезли с Питера. Мега! Дофига. Я коллекционер. Коллекционирую всякую херню. А? Амогус. Да, мы его привезли с Америки. Ну и теперь нас ждет мега-анпакинг. Распаковка. Эти вещи у нас находились в Питере целый год. И нам помогла девочка Вика все это собрать и отвезти сюда. Спасибо. Спасибо. Она сказала, что у нас 28 пар кроссовок с Антоном на двоих. 28 пар обуви. Чтобы вы понимали, мы целый год ходили только в двух или в одной паре кроссовок. Собственно, как все обычные люди. Так и ходят. Так и ходят. А теперь у нас будет 28 пар. Раз. Грузчики спросили, вы торгуете обувью? Два. А что так хорошо? Три. Они желтые стали. Шесть. Кроксы. Я по ним скучала. Вот они, мои любимые. И моя гордость. Это Баленсиаги. Охренеть. Да, это тоже у нас есть. Да, это картины по номерам. И что? Там еще игры. А у меня вот. Твайлайт? Жека и Эдик. Ребята, это мои краши. Пришла вся наша одежда и аксессуары. Представляете, какой там склад всего разного интересного. Что будут меня любить, миленький фимбойчик, лучше всех девчонок. На маникюр. Как я уже говорила, я не делаю его целый год, как минимум, потому что в Америке дорого и реально тяжело найти хорошего мастера. То поем делать ноготочки. Хочу разгуляться, серьезно. Сосульки. Девочки, новый маникюр. Да ты шо? Да ты шо? Смотри, это такая еще. Посмотрите на эту соплю, как телепает. Очень довольна. В общем, я вчера написала тату мастеру, чтобы просто узнать прайс и свободную дату для записи. И она мне такая пишет: завтра освободилась. Придешь? И я такая: я такой. Давай. И как бы да, сегодня я иду бить татушку. Я делаю татушку сегодня. Я сделала новую татушку. Вот она. Новая татушка. На самом деле, я долго обдумывала свою татушку следующую. Но вот именно дата реализации, для меня это было очень неожиданно и спонтанно. Но это еще не все. У меня в руках есть вот такой вот коин от покемон карточек. И сейчас я его буду бросать. Я решила, если выпадет вот эта сторона блестящая, то я крашу волосы. Но если выпадет черная сторона, то я не крашу, я оставляю все как есть. Все по-честному. Все готовы? Раз, два, три. А я боюсь, открывай,
Ну, на трахомет. Раз, два, три. Ух ты, с первого раза. Если сейчас третий раз, то точно красим. У нас 2-2. Сейчас решающий получается, да? Да! Ну вы поняли, да? Коин решил все за меня. Я крашу свои волосы. У меня будет красивая девушка. Ну, Ваня. Не Ваня. Это ролик «Как стать красивой за месяц в Казахстане». Или лысой. Получается, красим волосы. Ну давай. Вот это я в шоке. Прошло пару дней, и сегодня я буду распаковывать татушку. Вот она. Теперь моем татушку с мылом и мажем заживляющим кремом. Я мою руку. День рождения. Мы будем тусить. Начинаем тусить? Да. Ура! Будем тусить, ура! С днем рождения тебя, Полина. Поздравляет вся семья. От огурца до мандарина. С днем рождения, Поля. Смотри, смотри на телевизор. Полина. Полина. Поздравляем тебя. Поздравляем тебя. С днем рождения. С днем рождения. Любим тебя. Любим тебя. Мамочка. Поросенок. Вот это сюрприз, я понимаю. Birthday to you. Желание загадывать. Весь дым в Антона. Смотрите, какой красивый тортик. Боже мой. Happy birthday. Ура! А вот такие панкейки с моими лицами мне подарил Антон. Одна коробка с красивыми фотками, а другая с кринжовыми. А сейчас мы едем на мастер-класс. Сейчас будем лепить глину, так сказать, гончары. Глиномес. Что будем лепить? Вот такая тарелочка у меня вышла. Так, а у Паши вообще супер, посмотрите. Он глиномес. Это, короче, персонаж из аниме. Очень классный. Антон лепит... Рыбочки. Рюмки. А муха тоже вертолет. Утром глиномес, а вечером ледя. Мы пришли в театр. Я первый раз в театр на балете. И мне очень нравится. Очень красиво. Это было офигенно! День X. Мы сегодня красим волосы мне. Раз монетка выпала, надо выполнять, как говорится, поэтому... Запомните мои волосы такими, такими длинными, натуральными. Отращивала 5 лет. Пришло время их испортить. Прошло 1.5 часа, и мы успели прокрасить только вот эту часть головы, потому что у меня чересчур длинные волосы. Они слишком длинные. Смотрите, как красиво. Я планировала это сделать минимум 1.5 года, и все началось с маски в ТикТоке. Вот до чего доводит ТикТок. Я свои волосы 5 лет не красила, отращивала их. И что теперь? Сижу обосранная. Ну и еще у меня начали жестко сидеть волосы. Выглядело не очень. Меня постоянно это бесило. Поэтому пора преображаться. Как вам мой ноут волос? Напишите в комментариях. Все? Это все. Я рыжая. Принимайте. Я пока еще привыкаю к своему новому цвету волос. Новый цвет волос, новый образ, новые вайбы, как говорится. Брови я тоже покрасила. А еще я в процессе ремонта и украшения своей комнаты. На данном этапе она выглядит вот так вот. Получается, мы сделали стены, повесили шторы. Здесь опять самодельная кровать. На этот раз не из мусорки. Сюда мы приделали вот такие полочки. И вот такие полочки. Мой рабочий стол. Тут-то я. И еще зацените мою люстру. Она вообще волшебная.
именно. Вот этот столик еще пока не доделан, он будет в плитке. И вот тут вот еще одно такое вот красивое зеркало. Ну, когда я все доделаю, конечный результат я покажу, конечно, в своем телеграм-канале. Подписывайтесь. Я так скучала за этим всем. Наконец-то мне помыли ноги и подрезали ногти. И нарисовали блоху на руке. И, наконец-то, я стану лысой. Ура! Круто! Ставьте лайки и подписывайтесь. А этот ролик подошел к концу. Смотрите мои другие видосы, если вдруг пропустили их. Пока!